сказать, что этот вопрос давно уже обсуждается. Здесь депутаты приходят, одни, другие уходят, выборы, то-то, то другое, а люди все ходят. А люди ж ходят. Ну так ведь, так. Поэтому я полностью согласен с депутатом Боровичем. Если мы сейчас, вообще-то президиум имеет право рекомендательного характера снять вопрос, но рассмотреть на сессии. Правда ли? Правда. И мы должны с вами были голосовать. Если мы сегодня не принимаем решение по этому вопросу, за который я двумя руками за, то через месяц, через два начнутся выборные дела, этот вопрос уйдет в бытие, и мы людей откинем на пару лет опять назад. Это 100%. А это произойдет так. Это обязательно так произойдет. Поэтому, значит, давайте людям сначала разрешим, а потом уже там будут границы, там будет соседство какое-то. В конце концов, я сотни видел храмов, где на территории храмов детские площадки. Одно другому не мешает совершенно. Давайте, коль наша комиссия проголосовала, ведь мы же проголосовали, мы дали добро. И как правильно сказал Борович, нужно отстаивать председателю комиссии нужно отстаивать на президиуме наше мнение. Поэтому выносим этот вопрос на сессию, принимаем решение. А тем более, если сегодня уйти опять в те дебри, говорить об общественных слушаниях, которые мы же не приняли с вами, и примем мы или нет на этой сессии, неизвестно. Я думаю, сомневаюсь, потому что мы примем. И опять это все уйдет. Ну давайте поднимем руки и проголосуем. Вот люди же пришли к нам просто. Вы посмотрите.